Серия называется «Русская дорога», и мероприятия по серии мы проводим уже более 15 лет и ставим своей основной задачей популяризацию российских культурных, исторических, православных, традиционных ценностей и развитие механизмов общественной дипломатии. Другая наша миссия – поиск малоизвестных мест, связанных с российской историей, историей православия, популяризация русских святых, угодников за рубежом и святых других православных стран и России. Русские Балканы – это культурно-историческое паломничество, цель которого – единение православных славянских народов. В мероприятии принимает участие не только «Ночные волки». И та вот пропаганда, которая, значит, пошла из Боснии о том, что «Ночные волки» тут куда-то едут, что-то захватывают, все это, конечно, подделка и фальшивка. Один народ, и мы, конечно, мешаем каким-то там, значит, силам, не побоюсь того слова, там, какого-то сатанинской направленности, для того, чтобы мы были вместе. Они всячески стараются нас разделить, это видно. Кто хочет выбить из под ног славянина, его опору, эту, то есть православную веру, и, конечно, мы опасны, которому мы, наверное, где-то как-то угрожаем. Смоленская Богородица. Русская икона. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословена ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родилась душа. Победа наша. Наши мероприятия все обращены к российской истории. Нам, конечно, интересно очень узнать новые факты о присутствии русских на Балканах. Их здесь очень много, и много после революции народу и в Сербию эмигрировал, и в Черногорию, и в Македонию, и в другие страны Балканского полуострова. И, конечно, интересно места, где они бывали. То есть мы знаем много мест, и постоянно в поиске находимся. Мы ищем захоронения солдат советских, освобождавших Европу. Значимое, известное – это мемориал в Белграде, русское кладбище в Белграде. Мы еще нашли захоронение советских солдат в Шиде, куда завтра поедем. Там 1500 солдат лежат. В Ягодине там 1170 солдат советской армии лежит. Вот. И, в общем-то, занимаемся культурно-исторической поисковой деятельностью. В Республике Сербской мы посетили тот же красивейший монастырь, прямо, ну, недалеко от границы, в Биелине, Свети Петки. Потом
Мы отправились через Бырчика в Баню-Луку, где дошли сначала до строящегося храма царских старостотерпцев, потом посетили храм Христа Спасителя в Баню-Луке, потом посетили Лазарицу. Чувствуем вашу любовь за нас и чувствуем себя в России лучше, чем дома. А когда русские приезжают здесь, слава Богу, они скажут то, так же. Чувствуемся здесь лучше, чем дома. Это свидетельство, что мы один народ. Мы не два народа, мы один народ. Но, к сожалению, мы на полу истории старались, чтобы нас разделили, чтобы мы забыли, что мы один народ. Ну, вы знаете, слышали за нашего святителя Саву, его папу, святого Семена? Да, да, конечно. А вы знаете, как тогда называлась наша держава? Рашка. Столица этой державы называлась Рас. Река, которая проходила через этот город, называлась Рас. Сам святитель Сава принял имя на крещение Растко. Что это значит? Как граждане этой державы тогда назывались? Конечно, россияне, рашами. Который монах приехал у дом его папы? Русский монах. И они всю ночь говорили, очень поняли друг друга. Совершенно поняли друг друга. Так совершенно, что святитель Сава сделал рано утро. Уезжал с русским монахом на Афоку. А где уехал? В русский монастырь, конечно. У Руси, там это святого Пантелеймона. И там постриглся. Для него это было нормально. Почему? Потому что мы читали себя как один народ русский. Так это было нормально. И это надо вспомнить и говорить это. Не допускать, чтобы нас разделили. Потому что враг всегда хочет разделить нас. Это самая главная техника его. Разделить и тогда уничтожить. А если мы держимся вместе, тогда так никогда невозможно. Вы знаете, что говорил Бисмарк? А вы знаете, кто он? Он лужечки серб. Германец, но лужечки серб. А
А почему Лужицкий Серб? Потому что тогда там били сербы. И, конечно, Пер-Руси. Это все было наше, наше. Но потом была германизация. Он имел такие ум, что понял, мы никогда не сможем уничтожить русский народ свой. Чтоб больше попадаем на русский народ, он уединяется и собирается. Не только возможно уничтожить русский народ изнутри. Это он говорил германцам. И потом сделалась коммунистическая революция изнутри. Теперь мудрость народная, русский народ понял и не допускает еще одну ошибку. Это наша надежда. Вы есть наша надежда. Если вы будете сильны, тогда будет надежда не только за Сербию, но за весь мир. Пока вы стоите, будет надежда здесь на земле. Если вы паднете, пропадаете, потеряете, тогда на земле уже не будет, еще не будет надежды. И живы будут говорить мертвыми, вы останете из могилы, чтобы мы уехали в могилу. Только что Россия теперь стоит, еще есть надежда здесь на земле. И я благодарю вас за это. Благодарю за все, что вы сделали до сих пор. Я слышал, что вы сделали на Крыму. Благодарю вас за это. И благодарю вас за паломническую вашу дорогу, за вашу великую жертву. И очень благодарен, что ваш выбор был на этой дороге. И это малая точка здесь, монастырь Иоанна, который маленький монастырь, но мы имеем великую и огромную любовь за вас. Добро пожаловать. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Господи. Светого великомученика Димитрия основал Свети Никита Ремезианский, велико светило церкви, кој је био епископ у Белој Паланки Ремезиан. Храм Святого Димитрия основан епископом Никитой, который был епископом Белой Паланки. У 4 веку, 349 година. В 4 веке. 349 года. Да. Мрњавчевићу саградили на темелју малог храма у велику цркву, значи 1902 години. В 1902 году на фундаменте старой церкви был построен вот этот храм. Да. Све фреске које видите и цел иконостас су фрескописали руски монаси и монахини. Фрески и иконостас расписывали руски монахи и монахини. Да. Najlepšu po meni fresku ikone Presvete Majke Bogorodice je freskopisao ruski monah koji imao, naš otac kaže, 96-98 godina, tako otprilike. Samo prekrasnu fresku, koju mi vidim tam nad altarnoj česti, pisao ruski monah, koji na tot moment imao porядku oko 19-7 lat. I v čest našeg prijezda, vaša obitelj se sviđa, od nas, polovnikov, od naših ночных руку, мы вам дарим икону. Икона у нас радость святых. Благословение Троицы и Главы вашей обители. Пусть Господь вас хранит и помогает вам жить, трудиться и восстанавливать ваши обители.
Что такая поездка и подобные им по Балканам называется народной дипломатией. Но можно еще назвать, так сказать, дипломатия веры. Почему? Потому что, правда, как сказал Евгений, нас объединяет прежде всего что? Национальные корни, язык, культура, общая и богатая история совместная даже сербов и русских непосредственно народов. И, конечно же, как я скажу словами Николая Сербского, наша вера. Древняя вера православная. И это нас прежде всего объединяет в этом постоянно меняющемся мире. И приходится выживать сербскому народу.
потому что на самом деле хранить себя, свою национальную идентичность, язык, культуру, веру – это очень сложно в наше время. Вот мы, как братья по вере, мы пытаемся помочь вот своим, своей памятью о том, что нас это объединяет, помочь сербскому народу, укрепить, поддержать. И люди прекрасно понимают, что для них важно очень иметь связи с русским народом. И это правда очень впечатляет, вдохновляет. Да благословит Бог Сербию.